просим приготовить для проверки билеты и прослушать необходимую информацию. Их никогда не проверяют. Здрасте, мы едем. Вы можете воспользоваться услугами бистро, мобильных баров, бортового мини-офиса, бистро и товары. Ну подождем, мы люди воспитанные, не перебиваем. Прекрати. Йоу. Сейчас на английском. Короче, мы едем в Москву, я достаточно давно там не был. Будет очень интересно, вот увидите сами. Мы едем на съемки клипа. Приятного просмотра, приятного аппетита. Книжка, которую я начну читать сегодня. Сальвадор Дали, «Дневник одного гения». Вот «Дневник одного гения» я открываю, и тут не мой дневник. Интересно, что когда-то еще были гении, кроме меня. Вряд ли. Самая основная часть у тебя здесь после, ну, фраза, которая после мастер-карта. Беру эту базу. Беру эту куклу, да? Все, мы готовы, давайте музыку. Подлетай. Начали, девочки. У тебя две дочки, на тебя похожи. Лиза и Настенька. У меня две тоже. Виза и мастер-карт. Вижу эту куклу, фантастика. Красивая и не из пластика. Беру эту Барби в момент. Фаза классная, деньги полетели, а ты сидишь такой. А, я обрадовался, что они полетели. Давай ты будешь радоваться молча. Лица, секси, шлюшки, давайте как вот такие прям развратные. Заветные. Буду погибать холостым. Хала, холостя. Парень молодой. Хала, холостя. Завидный. Хала, холостя. Хочешь быть моей женой, парь, пошел. Я прошел все игры, буду устанавливать все игры. Батики, убийство и голые сиськи. Всем привет, это Олег Скай и маленький Эльдар. Мы приветствуем вас на 4-м выпуске Скай-влога. И мы снимаем сегодня клип с Егором Кридом. Что вы скажете, Эльдар? Эльдар Крид. Федор Михайлович. Федор Крид. Федор Михайлович. Олег Крид и Егор Крид. Снимает все это Алина Крид. Это Саня Крид. А это Даша Крид. Мы Кридоманы, мы Крид-гэнг. Крид, это Крид-влог. Ставь стрит-кридабилити. Только это надо было снимать. Ставьте кридики, пишите свои кридатарии. Жмите на кридокольчики. Смотрите, они могут вас дискредитировать. Хала, хала, стяк, парень молодой. Скриптонит или блокеры опять? Я на самом дне притона. Я в мину. А вот это скоро? Я хочу как девочки делать, вот так. Нет, считай, как будто ты Оби-Ван, который получил все фишки. Который только научился считать. Ой, сбился! Ой, сбился! Пожалуйста. Какое? Подменное. Вы перестаньте жевать, я сейчас заберу от сникерстанью. Моего нет. Рекламная пауза. Меня часто спрашивают. Что? Эльдар, как тебе удалось выпустить лучший альбом в галактике? Я им отвечаю. Просто я лучший. Эльдар, а где можно послушать твой альбом? По ссылке в описании. У нас миллиарды прослушиваний. Журнал о рэпе и не только дал мне второе место за лучший рэп-альбом. На первом месте Чипинкос. А еще в моем паблике проходит интересный конкурс каждую неделю. Я делаю видео привет личный каждому из вас, каждому, кто делает репосты. Заходите в мой паблик, делайте репосты, и я буду делать вам личный видео привет с моего второго канала, который называется Свалка Джарахова. Все подробности у меня есть в паблике. Слушайте, смотрите, рекомендуйте друзьям мой альбом Rock'n'Roffle. А теперь продолжайте смотреть влог. И отлетаем. Саш, давай. Ha 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 ha!
Тебе надо мыть быстрее начать просто в этот момент. Вот это здесь, да, надо было. Девочки, там есть Яна. Кричал Яна, и по привычке хотелось крикнуть: «Хочу есть!» Ян, ты еще чуть-чуть туда задвинься, вот как, ну, ага. Сам, а ты хочешь хулиганить, пока тебя не видно? Я не хочу вымыть всю посуду до конца съемок. Все, матриархат взял вверх. Этот кабель как Шанель, этот кабель как Гуччи. Тишина! Тишина! Сейчас тишина на площадке, мы пишем звук. А ты не хочешь сюда розочку кинуть? По-моему, тумач. Здесь тумач, я думаю. Ну ладно, давай. Слушай, ну, кстати, вот такие темы делают в Казахстане. Я один раз курил кальян на аквариуме. Ты куришь, и там рыбы плавают внутри. А у нас, слышь, Петь, у нас чуваки в городе курили через куклу Бэби Бонд. Она же писать умеет, и типа, ну... Просто представь картину, они в рот насыпают ей штамп и через писю дуют. Я только что понял, что Олег как Амиран смеялся. Ну это было один раз так специально, как Амиран смеялся. А, да? Заготовка. Это для жирафов специально было. Тизер, тизер. Блогерский. А откуда здесь идет? Это интеграция Амирана. Оплачено. Пародия. Реакция на пародию. Ну может сейчас он пойдет. Сейчас еще немного. Ну, похоже на людей, которые рекламируют это. Идеальная семья, типа. А я ребенок, типа. Так, давайте. У нас вообще весело. У нас попы есть в кадре, которые тут? У нас в клипе столько поп, братан, что ну его на... У нас весь клип как половина попы. Камера, тишина. Я пытаюсь найти какую-то такую естественную вырубившуюся. Урони. Опа, все, естественно. Лиза, надо прям в лицо кинуть со всей злости, пожалуйста. Хорошо, накинул хорошо. Фотограф! Да нормально, свет лишний. Кто фоткает? Я видео снимаю. Она. Ну вырежешь там, у тебя из кармана сейчас что-то упадет. Отлично было, спасибо всем. Класс. Слушайте мой альбом. Эл, посоветуй мне, пожалуйста. Смотри, нормально же Федя стоит и карандаш, что они чуть-чуть вот как раз. Можно их еще чуть-чуть назад сдвинуть. Какая кочка? И Лиза правее. Позвони там своим вертолетчикам. Вертолетчикам. Алло, вертолет. Блин, это был очень клевый, типа, телефон. Правда, в аэропорту были бы проблемы. Все, всем пока. Давай, счастливо. Буду рад видеть еще раз. Давай, до встречи. На мне кольца, колечки, сука. Кольца, колечки. Блин, прикольная была шутка в этой прожарке, где был вот этот белый в дуде. Ты посмотрел дудя, нет? До конца. Какого именно? Вот белый, чего? Который был. Не, я только да? Половину. Там была прикольная шутка из прожарки, где у типа там нет руки, и они про него шутят, типа, мы открыли его паспорт, посмотрели его пол руки. Нихуя себе. Меня немного палец, но он черный, если бы он был золотым, было бы круто, наверное. Золотого я подарил Тиману. А это такого же размера, как у тебя в самолете сидел поменьше? Да, такого же. Да. И вот так. Ты видела, Алина? Что еще есть из предметов роскоши? Блин, мне надо подумать его. Тебе мало, блядь.
Да, мало так, мало. Котлы. Давай еще по золотой волосы типа на голову. А тут что? Десертики. Чтобы красиво все было. Ну, снова убираешь деньги. Посмотри сюда. Ну, ты снова выбираешь деньги. А с грилзами можно есть? Нежелательно. Ставь раз. Их потом чистить надо. Скажи, я себе кальян сюда еще поставлю. Одну положи туда. И всех, которых по три, поставь вот эту туда, второму, пожалуйста. На кристалле. Или хотя бы на святой воде. А это один большой и много маленьких? Пацаны, я так спросил чисто. Ну что вы начинаете? Я уличный пес. Да, я ей соки палку принес. Сколько тебе надо, чтоб полюбить меня? Ты моя награда, красивая и без белья. Для холостяка это все пустяк. Главное мне не напиться. Можно обещать, это я мастак. Но обещать не значит жениться. Холостяк, парень молодой. Блять, как в моих мечтах. Как я в своих мечтах он выглядит. Круто, круто. Да, да, да. Об этой одежде это все, да? Ну, нет. Какие клевые собаки. Так, они сейчас только что чуть трахаться не начали. Я бы присоединился. Они меня за своего приняли бы. Я уличный пес. Кегля просто. Давай, 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 давай. Что происходит? Хайна! Добрый день, с вами корреспондент Радужный. У нас тут блог Эльдара Джарахова. Тебе надо куда-нибудь сюда ближе говорить. Ебана жизнь, расскажи, как ты докатился на такой движухе, брат? Я с тобой близко снимаешь. По-братски, я не. Что такое? Ты видел мои истории с Мишей Крупиным? Да, 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 да. Вот, собственно, человеку, которого я забрал работу. Потерпевший. Расскажите, пожалуйста, сколько вам платят денег? Да я за еду работаю. Брат, я буду работать за пол еды. За пол еды? За пол еды. Мне кажется, ты будешь за две еды работать. Вот то, что ты не доешь, брат, то, что ты не доешь, я буду есть. По-братски. Коллаборация. Это называется коллаборация. Да, давай интегрируем что-нибудь. Давай. Че? Где мы находимся? Расскажите нам, пожалуйста. Это город Москва, он изменился за последние 10 лет. Да-да, есть такая хуйня. Самое смешное, что он стоит с камерой, как с базукой. Я новый оператор. А, ты сфоткал? Бля, сними. Сними для влога. Шо вы там, пацики? Я новый оператор Эльдарушки Джарахова. И как вы думаете, за что я работаю? Не, я его не съем, не переживайте. Это все по-братски, дядь. Погнали, снимай. Да, для пидора. Да, да, да. Ну ладно, я пошел. Хотелось. Брат. Что там есть, видишь? А у меня, я со всеми, ну... У меня такая есть, не подумайте, я не расист и не минималист, понял? Но у меня со всеми пациками, кто низенького роста, я делаю фотографию. Давай. Можно я с тобой сделаю тоже? Давай. Я уже сделал с Соболевым и сделал с Витя по 47. Я видел. Стой. Покажи фотку. Слушайте мой альбом. Но она дальше почему-то не крутит. Ну, она, там надо чуть-чуть подыгрывать, тогда она поедет. Что, надо чуть-чуть? Чуть-чуть попробуй газ вот приотпустить, но не до конца, без тормоза. Оп, оп, аккуратно его вот так. Не получается. Я не могу развернуться в два раза. Вот так, да! Вот это утро, да, так и делаем. И Егор, поехали! Ебать, это было
бежать головой в камеру. Теперь боюсь, короче, в камеру удариться. Давай попробуем. Да, блядь! Давайте снимем фильм про Егора Крида. Все, давай самый-самый последний такой, и все, точно, точно, обещаю. Обещать не значит жениться. Обещаю. Но обещать не значит жениться. Плю. Холо-холо стой, стой, мать спани. Холо-холо стой. Делаем, значит, тут. Здесь, мне кажется, да, да. Все они... да. Все, круто. На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь день. За***ь. Поехали со мной, только оденься. Холо-холо стой. Спани. Холо-холо стой. На баре. Или баре, три баре. Бум! Спасибо большое, что посмотрели. Слушайте мой альбом, ставьте лайки, слушайте мой альбом, пишите свои комментарии, слушайте мой альбом и ставьте на колокольчики для того, чтобы не пропустить следующие видео о том, что нужно слушать мой альбом. Тагадан! Это, кстати, пришло оповещение, там написано «Слушайте альбом». Ладно, на самом деле, спасибо реально за просмотр. Было очень приятно поработать вместе со всеми этими ребятами над клипом. Я был креативным продюсером и одним из авторов идеи. Все ребята очень талантливые. Лично мне нравится то, что получилось. Как вам клип? Алина Пязок, королева мира. И ждите новых видео. Увидимся уже буквально через несколько дней. Сейчас они будут, как я уже говорил, выходить почаще немножко. Ну и не забывайте про мой альбом и паблик, в котором я раз в неделю передаю личный видео-привет кому-то из вас. Пра-па-па-па-па. Пока. Хорошего вам настроения.